Друзья, всем привет! Вы на YouTube-канале магазина Улей. Меня зовут Александр, и в этом видео я вам расскажу о таком товаре, как держатель мисочки с клипсой, производство Турция. В чем преимущество данного держателя по сравнению с обычными держателями? То есть до появления этого товара выглядело раньше все приблизительно так. То есть прибивался цоколь, дальше на него одевался держатель. С появлением этого товара все теперь гораздо упрощается. Держатель легко одевается и легко снимается. Но при этом, за счет того, что у него в этом месте ребристая поверхность, он очень крепко держится. То есть он, вот я махаю, он не слетает. Надежно держится с бигудем, с клеточкой бигуди на вашей плавке. Дальше. В отличие от стандартного набора цоколь с держателем, сейчас, секунду, этот держатель, из-за того, что он съемный, он прослужит гораздо дольше, потому что часто, когда нужно заменить держатель стандартный, тот, который часто используется в обиходе, он повреждается, когда вы снимаете его от гвоздей или от скобы прибытой, так как в нашем случае. Еще один плюс данного держателя, он очень крепкий. То есть, если я на него наступлю, были случаи, да, когда пчеловод или мотковод наступает на держатель цоколь обычный, он его ломает. Здесь очень классный, очень крепкий пластик. То есть, если даже вы его наступите или что-то на него упадет, он не сломается. Еще одной особенностью данного держателя является то, что он может использоваться для двух систем. То есть, для Никот и для системы турецкий сот. То есть, мисочка Никот, вставляю в Никот, не переворачивается. Вставляю в держатель, не переворачивается. Вставляю в турецкий сот, все отлично держится. Как вы знаете, да, это держатель с китайского сота, здесь, ну, тоже в принципе работает, но не очень хорошо вынимается. Дальше. Для этого держателя можно использовать бигуди турецкие или же французские, Никот. Все отлично подходит, сидит. У кого китайский, кто пользуется китайским сотом, они не подойдут для него. То есть турецкий для Никота и для турецкого сота. Самым основным преимуществом держателя с клипсой является то, что он используется без цоколя. Соответственно, он гораздо дешевле. То есть вы раньше покупали цоколь и одевали на него держатель. Если использовать держатель с клипсой, то он дешевле на 30% по сравнению с турецким сотом. И на 50%, дешевле, чем французский Никот. При этом, повторюсь, на него подходит как и бигуди Никот, так и бигуди производства Турция. Ссылка на этот товар будет под этим видео, также справа от меня вверху. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами был Александр. До скорой встречи. Пока.